А теперь к обстановке на дорогах. Опасные ситуации создают не только водители, но и животные. В Рыбинске лось едва не спровоцировал серьезную аварию. Сахатый перебегал дорогу, но на скользкой трассе потерял равновесие и едва не упал под колеса проезжающего автомобиля. Водитель контролировал ситуацию и вовремя нажал на тормоз. А лось поднялся с дороги и убежал обратно в лес.